Здравствуйте, ребята! Сегодня я познакомлю вас со сказкой Квентина Гребена «Сюзетта ищет маму». Сюзетта – божья коровка. Она еще совсем маленькая, поэтому на ее спинке помещается всего 3 черных пятнышка. Когда Сюзетта вырастет, пятнышек станет 5, как у ее мамы. Сюзетта очень любит рисовать. Она рисует все, что видит – небо, тучи, капельки воды и даже людей. Малышка уже точно знает, кем станет, когда вырастет – художницей. Утром, когда Сюзетта сидела на цветке ромашки, мимо нее проскакала цикада. Сюзетта тут же взяла бумагу и карандаши. «Но попробуйте-ка нарисовать цикаду, если она не сидит на месте». Не успела Сюзетта сделать набросок, как попрыгунья оказалась уже далеко. Конечно, малышка пустилась за ней следом. «Мадемуазель, подождите минутку, мне нужно закончить рисунок!» Но цикада не слушала Сюзетту. Она беспечно перепрыгивала с цветка на цветок и вскоре совсем скрылась из вида. Сюзетта расстроенно вздохнула и решила вернуться домой, на свою ромашку. Маленькая божья коровка огляделась по сторонам. Все вокруг казалось совсем незнакомым. Неужели она заблудилась? «Мама!» – растерянно позвала Сюзетта. Но никто не отозвался. А вдалеке вдруг раздались громкие раскаты грома. Малышка была готова расплакаться. Первые капли дождя сбили Сюзетту с ног. Ей с трудом удалось найти укрытие. Дрожа от холода, малышка поджала лапки. Она так устала. «Ах, если бы все это оказалось просто дурным сном!» – подумала божья коробка и заснула, надеясь, что утром ее разбудит мамин поцелуй. Увы, на следующее утро ее разбудила вовсе не мама, а муравьи. Они строем маршировали мимо. Увидев крошечную божью коровку с намокшими усиками, они решили выяснить, все ли в порядке. «Что случилось, детка?» – участливо спросил один муравей. «Что ты здесь делаешь одна?» «Я потерялась!» – заплакала Сюзетта. «Мне нужно найти мамочку!» «А какая она, твоя мама?» – поинтересовался муравей. «Такая же, как я!» – оживилась Сюзетта. «Только немного побольше, и пятнышек на спинке у нее не 3, а 5!» И чтобы муравью было понятнее, Сюзетта тут же нарисовала свою маму с 5 пятнышками на спинке. «У тебя очень красивая мама», – сказал муравей. «Вот только я никогда ее не встречал». Сюзетта вздохнула, но не пала духом. Главное, она поняла, как нужно действовать. Теперь она всем будет показывать рисунок и в конце концов найдет того, кто видел ее маму. Рядом на лист клевера опустился шмель. «Простите, месье», – вежливо обратилась к нему Сюзетта, – «я ищу свою маму».
вы ее нигде не встречали?» И она показала ему рисунок. «Хорошая картина», – похвалил ее Шмель. «Но маму твою я, к сожалению, не видел». Тогда божья коровка направилась к пруду. Там над водой, сверкая прозрачными крылышками, летала стрекоза. «Извините, мадам», – окликнула ее Сюзетта, – «вы случайно не видели мою маму?» Стрекоза внимательно изучила рисунок. «У тебя есть талант, моя дорогая. Поздравляю», – сказала она. «Но, увы, твою маму я не знаю». Вдруг в нескольких шагах от Сюзетты вынырнула лягушка. Малышка остановилась в нерешительности. Мама ей говорила, что лягушки иногда едят божьих коровок. Но придется набраться смелости и подойти к лягушке поближе, чтобы показать рисунок. «Извините за беспокойство», – запинаясь, произнесла Сюзетта. «Я ищу свою маму. Вы ее не встречали?» Лягушка долго рассматривала рисунок выпуклыми глазами. «Прекрасный портрет», – наконец проквакала она. «Но лицо мне не знакомо». С этими словами лягушка нырнула в пруд. Сюзетта печально проводила ее глазами, и тут из воды показалась голова выдры. «Извините», – окликнула ее божья коровка и развернула перед ней рисунок. «Вы не видели мою маму?» Выдра похлопала крупными глазами. «Какая замечательная картина! Но, к сожалению, твою маму я не встречала». Расстроенная Сюзетта уселась под шляпкой гриба и заплакала. «Ах, зачем только она погналась за цикадой? Если бы она осталась сидеть на ромашке, то не потеряла бы свою мамочку». Божья коровка с грустью посмотрела на свой рисунок. «Может быть, портрет неудачный, и поэтому никто не узнает ее маму?» Сюзетта даже рассердилась на себя и собралась разорвать рисунок. «О нет, ни в коем случае!» – услышала она за спиной и обернулась. Перед ней стояли выдра, лягушка, стрекоза, шмель, муравей и мама. Она была совсем такая, как на рисунке, с 5 пятнышками на спине и в пестром платочке. Сюзетта кинулась к маме и крепко обняла ее. «Значит, портрет был не так уж и плох», – подумала малышка. «Ведь мои новые друзья сумели с его помощью отыскать мамочку». Все, мы прочитали эту книжечку. Сейчас, ребята, мы с вами почитаем книжку Бригит Венингер. «Учиться – это весело». Каждый вечер мышонок Макс читал своим друзьям разные истории. В этот раз, едва он захлопнул книгу, кротик Молли вздохнула. «Хотела бы я так же хорошо читать, как ты».
«Ну, тогда нужно учиться», – сказал садовая Соня Рики. «А где? У нас же в лесу нет школы», – ответил ежик Вилли. «Школа? Ква-ква-ква! Это...» – растерялся лягушонок Фред. «А не черный дрозд!» – воскликнула. «Верно! Почему мы не можем учиться?» «Мама научила меня читать и писать», – сказал Макс. «Пусть у нас и нет школы, но учиться может каждый». «Тогда я тоже хочу учиться у тебя», – воскликнула Молли. «Ну, пожалуйста, Макс!» «Да-да, и мы тоже хотим», – закричали Анни, Рики и Вилли. Только Фред снова стал спрашивать. «А зачем? Ква-квакай в этом смысле?» «Ну, чтобы я сам мог все читать. И путеводители, и книги, и тому подобное», – сказал Рики. «И чтобы когда-нибудь в будущем я смог получить хорошую профессию», – добавил Вилли. «Чтобы я могла летать по всему миру и насвистывать на множестве языков», – мечтательно пропела Анни. «Прекрасно», – рассмеялся Макс. «Тогда мы создадим свою собственную лесную школу». Утром друзья принесли столы и стулья в свой лесной учебный класс. Большой черный камень стал школьной доской. Тут же нашелся и мел. «Только у нас нет школьных принадлежностей», – спохватилась Молли. «А ведь всем ученикам нужны тетради и ручки». «Я знаю, как сделать бумагу из камыша», – сообщила Анне. «Только вы должны мне помочь». «Отлично! Тогда пусть Анни будет нашим учителем труда и рисования», – сказал Макс. «А заодно она может заниматься с нами пением». Вскоре каждый ученик обзавелся тетрадкой и ручкой. Макс написал на доске первую букву «А», как Анни. Его друзья зарисовали букву в своей тетрадке. Затем они узнали буквы «М», «О» и «П». А еще научились писать слова «мама» и «папа». И вдруг Вилли взволнованно воскликнул. «Эй, а я могу составить новое слово «попа». Я свое уже совсем отсидел». Все рассмеялись, а Рики сказал: «Давайте немного побегаем и разомнемся. Я вам покажу, как». «Ну, тогда вперед, на первый урок физкультуры с учителем Рики», – рассмеялся Макс. Когда друзья вернулись после гимнастики в класс, Молли вдруг остановилась. Она пошевелила своим длинным носом и прошептала. «Пока нас не было, сюда кто-то приходил. Что он мог искать?» Рики, Вики и Анни засмеялись. «Но здесь же никого не видно». Однако Макс серьезно кивнул и произнес. «Это очень важно – уметь хорошо видеть, слышать и чуять. Ты можешь нас научить, Молли?» «Конечно!» – с гордостью кивнула Молли. «Сначала вам нужно научиться быть совершенно бесшумными. А теперь навострите ушки и поднимите кверху носы». Так Молли провела свой первый урок в новой лесной школе. В обед лягушонок Фред устроил для друзей сюрприз. Он поставил на стол жаркое из водомерок и сладкую кашу из водорослей. «Хм, это офень вкусно!»
прочвакали пятеро друзей с набитыми ртами. «Фред, ты просто превосходный повар! Научишь нас готовить?» «Ква, ква, кванечно!» Счастливо заквакал Фред и тут же упрыгал прочь ловить водомерок для уроков кулинарии. После еды друзья улеглись на травку в школьном дворе, чтобы отдохнуть под теплыми лучами солнца. Только Вилли не спалось, и он в полном одиночестве сидел на холмике поодаль. «Все мои друзья и ученики, и учителя», – грустно думал маленький ежик. «Каждый умеет делать что-то особенное, и только я…» Вдруг усики Вилли задергались, и он завертел головой из стороны в сторону, как показывала Молли. В воздухе видал странный запах. «Что это? Ветка треснула?» Вилли навострил уши. Внезапно он понял. «О, нет! Это же…» «Лиса!» Вилли с ужасом увидел, как хищница крадется к спящим друзьям. Сейчас она их схватит. Но нет, не бывать этому. Вилли молниеносно свернулся в колючий шар и покатился вниз по склону, прямо на лисицу. Она смотрела только на мышонка, лягушонка, кротика, дрозда и Соню и не замечала ежика, пока он… Бабах! Пока он не уколол ее со всего размаха прямо в попу. Ай! Взвыла от боли и ужаса лиса и понеслась прочь огромными скачками. «Ой, что случилось?» – испуганно закричали друзья, протирая сонные глаза. «Это и правда была лиса, да, Вилли? Как тебе это удалось? Как ты ее прогнал?» «Ох, я просто свернулся в клубок, как всегда», – скромно пробурчал Вилли. Но Макс торжественно произнес: «Нет, Вилли, ты настоящий герой. Если бы не ты, сегодня могло бы произойти кое-что очень плохое. Теперь ты должен научить нас защищаться». Вилли радостно закивал. Он был вне себя от счастья. Вот и он стал учителем. После занятий друзья весь день играли в лесу. На ночь Макс, как всегда, прочитал им очередную историю, и шестеро друзей, зевая, отправились по кроватям. Молли довольно вздохнула. «Сегодня и правда был очень трудный день, наш первый учебный день. Да, я квак-квак-квак, будто 100 раз подпрыгнул», – квакнул в темноте Фред. «А я с нетерпением жду завтрашнего дня», – сонно пробормотала Анни. «И я тоже», – шепнул Рики. «Учиться вместе с вами – это так весело!» «Но что же мы будем делать, когда все вместе научимся всему? Что знает каждый из нас?» – встревожился ежик Вилли. «Тогда мы просто найдем кого-то, кто знает и умеет еще больше», – рассмеялся Макс. «Здорово! Значит, учиться нам всегда будет весело и интересно!» На сегодня наши истории с вами закончились. До новых встреч, ребята!
До свидания. Забыла.